1971 году впервые была выведена в космос орбитальная станция «Салют». В течение 15 лет эти станции являлись частью советской территории на околоземной орбите. Они дали нам возможность вести научный поиск в самых различных направлениях. Салюты совершенствовались, увеличивался срок их эксплуатации, росла их эффективность. Однако следует признать, что станции «Салют» все-таки имеют ограниченные возможности по использованию большого количества крупногабаритной исследовательской аппаратуры. А грузовые корабли могут доставлять только ограниченное по габаритам оборудование. Кроме того, непосредственное участие экипажа во всех экспериментальных работах из-за недостаточного уровня их автоматизации ограничивало объем выполняемых исследований. Настало время, когда для дальнейшего развития техники пилотируемых полетов возникла необходимость в разработке принципиально новых космических аппаратов. Научно-производственное объединение «Энергия» в 1978 году приступило к созданию многомодульной орбитальной станции «МИР». В новом проекте нашли свое воплощение весь многолетний опыт эксплуатации, конструкции и бортовых систем станции «Салют» и самые последние достижения во многих областях науки и техники. Был взят курс на сборку большого космического комплекса на орбите из отдельных аппаратов-модулей. В ходе проектирования рассматривались два варианта размерности модулей. На базе корабля «Прогресс» — малые, на базе транспортного корабля снабжения ТКС — большие. Был выбран вариант крупногабаритных 20-тонных модулей на основе ТКС. В качестве базового блока станции «МИР» была использована в основном конструкция «Салюта». На первом этапе работы с базовым блоком станции транспортные операции остались за пилотируемым кораблем «Союз» и грузовым кораблем «Прогресс». Одновременно на станции могут находиться 5 целевых модулей. Один из них располагается на осевом узле со стороны агрегатного отсека, а 4 модуля — на периферийных боковых узлах. Каждый модуль оснащен различным исследовательским оборудованием. Модули становятся как бы специализированными научными лабораториями. Так, технологический модуль — это мини-завод по производству новых материалов и лекарственных препаратов. Модуль для исследования природных ресурсов Земли — внеземной пункт сбора информации. Полностью собранная станция «МИР» — это уже постоянно действующий 125-тонный орбитальный научный комплекс, который может дооснащаться в процессе его эксплуатации. Проектные решения по новой станции воплощаются в чертежи с использованием специально созданного в КБ «Салют» деревянного макета. Несмотря на то, что внешние габариты базового блока не изменились, внутренний объем рабочего отсека существенно увеличился за счет его перекомпоновки. Все панели интерьера легкосъемные. Это упрощает доступ к бортовой аппаратуре, требующей обслуживания и ремонта во время полета.
значительно улучшены условия работы и отдыха экипажа. Разработка станции «Мир» шла в период, когда на орбите успешно трудились станции «Салют-6» и «7». Их долговечность оказалась выше, чем это предполагалось. В 1983 году перед коллективом головного конструкторского бюро НПО «Энергия» и КБ «Салют» вместе с большой кооперацией других предприятий была поставлена задача обеспечить запуск новой орбитальной станции «Мир» в феврале 1986 года к 27-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Сжатые сроки диктовали необходимость оперативной работы по выявлению постоянно возникающих противоречий и неувязок, принятие точно взвешенных решений. Никогда еще конструкторские бюро не сталкивались с таким сложным комплексом, как станция «Мир», имеющим большое количество новых систем. Разработки приборных зон проектантам и конструкторам приходилось решать противоречивые задачи. С одной стороны, необходима максимальная плотность компоновки. С другой, блоки аппаратуры должны быть рассредоточены для обеспечения необходимого доступа к любому из них при проведении ремонтных работ и для охлаждения работающей аппаратуры, обдувом ее воздухом системы вентиляции. Много проблем возникло при прокладке трасс, кабелей электропитания и управления всего приборного комплекса базового блока. Для создателей станции на этапе разработки явилась определенной неожиданностью значительно большая масса межблочных электрических связей. Это породило сразу две проблемы. Дефицит общей массы базового блока станции и усложнение доступа к аппаратуре, расположенной во многих приборных зонах. Для компенсации возникшего дефицита срочно потребовались специальные мероприятия. Большую работу в этом направлении провело КБ «Салют» по серийному носителю УР-500. Почти на тонну увеличилась его грузоподъемность за счет форсирования двигателей и увеличения заправки топлива. Значительная часть аппаратуры была снята со станции с тем, чтобы доставить ее на орбиту кораблями «Прогресс». Продолжение сборки станции таким образом было перенесено с завода на орбиту. Сложной проблемой для конструкторов станции было обеспечение необходимой прочности и жесткости ее отсеков и многих мест их соединения.
Наиболее мощные нагрузки конструкция и системы станции испытывают на участке выведения на орбиту, в том числе вибрация, которая возникает при работе двигателей ракеты. Испытания работоспособности приборов и элементов конструкции проводились в СНИ МАШ на динамическом стенде с использованием специального конструктивного аналога станции. На аппаратуру воздействуют и ударные нагрузки, которые возникают, например, при срабатывании пиросредств отделения ступеней ракеты. В некоторых местах станции ударные перегрузки достигают 200-400 единиц. Перед разработчиками станции «Мир» стояла проблема обеспечения однотипного соединения четырех целевых модулей с базовым блоком. Решение было найдено организацией нового причала в виде сферического переходного отсека. Каждый модуль причаливает к осевому стыковочному узлу, а затем переносится на боковой узел с помощью манипулятора, установленного на корпусе модуля. Для боковых узлов базового блока предусмотрен только один стыковочный агрегат. После пристыковки модуля он переставляется на соседний узел. Манипулятор, разработанный в НПО «Энергия» и изготовленный Азовским механическим заводом, представляет электромеханическое устройство, способное автоматически разворачивать модуль поочередно вокруг двух осей и с необходимой точностью подводить его к боковому стыковочному агрегату станции. Таким образом, на переходном отсеке размещено 5 стыковочных узлов. Шестой стыковочный узел расположен на агрегатном отсеке станции. Помимо транспортных и грузовых кораблей, к осевому узлу со стороны агрегатного отсека причаливает и первый 10-тонный экспериментальный модуль 37КЭ. Этот модуль оснащен системой безрасходной гиросиловой ориентации станции. Использование на станции «Мир» 6 силовых гиродинов, разработанных Всесоюзным научно-исследовательским институтом электромеханики, намного сокращает массу топлива, доставляемого с Земли. А гиродины требуют только электроэнергию. На модуле 37КЭ установлена также научная аппаратура для выполнения астрофизических исследований, новые системы регенерации атмосферы и воды. Система управления движением станции «Мир» по сравнению со станцией «Салют» построена на новых принципах. Если на станции «Салют» ориентация выполняется непосредственно по сигналам датчика инфракрасной вертикали с последующими разворотами и стабилизацией на гироскопах, то на станции «Мир» с помощью бортовой вычислительной машины строится опорная система координат.
Она хранится в памяти бортовой ЭВМ. При этом используется информация с датчиков угловой скорости вращения станции. Развороты в пространстве производятся относительно опорной системы координат, которая периодически корректируется от датчиков ориентации. Принятая схема управления движением позволяет решать сложные задачи ориентации для астро- и геофизических исследований, а также для автономной навигации станции. Чувствительным элементом для построения опорной системы координат служит датчик инфракрасной вертикали, ИКВ. Необходимая высокая точность ориентации станции при астрофизических исследованиях обеспечивается звездным датчиком. Применение на станции МИР солнечных датчиков позволяет проводить коррекцию опорной системы координат при любом положении. Датчики системы ориентации станции МИР разработаны конструкторским бюро геофизики. Бортовые вычислительные машины на станции МИР входят не только в состав системы ориентации, но и в системы управления бортовым комплексом и бортовой информационной системы. Для всех вычислительных машин было разработано сложное программно-математическое обеспечение. Для отладки ЭВМ в МПО «Энергия» был создан специальный аппаратурный комплекс. Насыщенность станции МИР вычислительной техникой обеспечивает высокую степень автоматизации процесса управления ее бортовыми системами, расширяет их возможности, позволяет решать целый ряд новых проблем. В систему управления движением при ее создании была заложена принципиальная возможность совершенствования и наращивания ее программно-математического обеспечения в ходе предстоящего многолетнего полета станции МИР. Предусмотрена возможность замены долговременного запоминающего устройства космонавтами во время полета. Много времени пришлось затратить специалистам, чтобы все предложенные алгоритмы могли быть использованы во всем многообразии режимов полетной программы. Для проверки в наземных условиях управления бортовой аппаратурой был создан комплексный стенд, полный аналог станции МИР. Если раньше при подготовке к пуску и во время полета орбитальных станций обходились без комплексного стенда, то на станции МИР, отличающейся значительно большей сложностью, его применение стало уже необходимостью. Несмотря на трудности при создании этого стенда и на его высокую стоимость, равную стоимости самой станции, использование комплексного стенда, как показала жизнь, дало значительный эффект на всех этапах подготовки и проведения полета. As 9, 10, and then 12 in the CSCE process since its inception. Under the provisions agreed at the Maastricht summit in December, arms control, proliferation, and exports will be subject to common action by the European Community.
this provision is already being implemented, which is why, amongst other reasons, I have a representative of the Commission sitting beside me. The notion that the European Community is not committed to the security of all states in the region is erroneous. It is, of course, committed. Разработчики системы терморегулирования станции МИР столкнулись с целым комплексом сложнейших проблем. В самом деле, электрическая мощность, потребляемая ее системами, возросла в 4 раза. Это повлекло за собой такое же увеличение выделяемого ими тепла. Его нужно отвести от приборов и излучить в космическое пространство, не увеличивая существенно радиационной поверхности системы. In capital, following the meeting in Washington. If I might now speak in my capacity as representative of Britain, I would like to add. Проблема отвода мощных потоков теплового энергии на станции МИР была решена реализацией целого ряда технических мер. Прежде всего, это организация эффективной системы вентиляции внутренних объемов станции. В условиях невесомости принудительная циркуляция воздуха — единственное средство газообмена в отделах космического аппарата. Очень трудно было полностью исключить застойные зоны. Применение двух блоков кондиционирования обеспечило высокую производительность процесса охлаждения воздуха, нагретого работающими приборами. В блоках кондиционирования БКВ-2 и 3 воздух также и осушается конденсацией влаги. При этом возвращается до 30% воды, потребляемой космонавтами. Блок БКВ-3 создан НПО «Энергия» и Омским научно-производственным объединением микрокриогенной техники. Охлаждение и осушка воздуха в нем производится с помощью фреоновой холодильной установки. Это впервые дало возможность кондиционировать воздух даже в тех режимах работы станции, когда сброс тепла в космическое пространство затруднен. Часть оставшегося тепла после охлаждения воздуха передается в контур обогрева корпуса станции для выравнивания поля температур. Разработчики холодильного агрегата столкнулись с проблемой перекачки фреона в условиях невесомости. Эту трудную задачу удалось преодолеть созданием компрессора специальной конструкции. Предусмотрена замена компрессора в полете после выработки его ресурса. Контуров. Через теплообменник тепло передается в наружный контур охлаждения к радиационной поверхности. Основным элементом наружного радиатора являются тепловые трубы. В этих трубах тепло переносится к радиационной поверхности парами аммиака. Процесс теплообмена в них идет очень интенсивно. Благодаря этому сократилась потребная площадь радиатора. Применение тепловых труб
полости которых не соединены друг с другом, резко уменьшила опасность разгерметизации контура и значительно повысила его надежность и долговечность. Пробой метеоритами даже нескольких труб не повлияет на работоспособность всей системы терморегулирования. Пары аммиака, отдавая тепло радиационной поверхности и конденсируясь, обеспечивают эффективную теплопередачу. Новые технические решения, принятые при создании системы терморегулирования станции МИР, потребовали всесторонних и тщательных испытаний, как отдельных ее агрегатов, так и всей системы в целом. Для отработки внешнего теплообмена станции на базе НИИ «Химмаш» в Загорске была создана уникальная термобарокамера, одна из крупнейших в мире. В ней могут испытываться космические аппараты диаметром до 6 и длиной до 22 метров. Внешние тепловые потоки, воздействующие на станцию в полете, имитируются в камере системой инфракрасных нагревателей. В процессе испытаний проверялась хладопроизводительность наружных радиаторов станции и общий теплообмен. При испытаниях были выявлены повышенные автоколебания в системе терморегулирования. В ходе работ пришлось внести изменения в характеристики некоторых агрегатов. Для комплексной проверки работы систем обеспечения жизнедеятельности и теплового режима внутри станции создана еще одна экспериментальная установка. Парокамера объемом почти 700 кубических метров построена для этой цели на базе воинской части 52-529 ВВС. Камеры позволяют проводить испытания станции совместно с кораблем «Союз» и даже с одним из модулей. Конструкция камеры обеспечивает работу новых систем откачки вредных примесей и водорода, воспроизводя их выброс, как в реальном полете, за борт станции. В течение длительного времени внутри этого макета проводилась отработка штатных систем терморегулирования, обеспечения газового состава атмосферы и водоснабжения с участием испытателей. Кроме того, эта экспериментальная установка является местом тренировки будущих экипажей по отработке навыков управления системами в условиях, близких к натурным, как по штатной программе полета, так и в нештатных ситуациях. Из-за высокого уровня энерговооруженности станции МИР, когда токи исчисляются сотнями ампер,
потребовались специальные тепловые испытания кабельной сети. Дело в том, что отвод тепла от кабелей в условиях невесомости значительно ограничен из-за отсутствия конвекции воздуха в отсеках. Как же сымитировать условия невесомости на Земле с точки зрения охлаждения кабелей? Оказывается, если удалить из отсека воздух, исключится возможность конвекции, и процесс теплоотдачи от кабелей будет таким же, как при полете станции. Поэтому тепловые испытания кабелей ведутся в барокамере. В результате испытаний был выявлен значительный перегрев кабельной сети. В связи с этим пришлось оперативно заменить большую часть силовых магистралей питания. Извечная проблема загрязнения иллюминаторов связана с осаждением на внешней поверхности стекол налета, который является, по-видимому, продуктом выделения материалов с наружной поверхности станции. Кроме того, в предыдущих полетах отдельные иллюминаторы стали жертвами бомбардировки метеоритами. На станции «Мир» иллюминаторы закрыты специальными управляемыми крышками, чтобы уменьшить воздействие на них условий космического пространства. Крышки иллюминаторов открываются экипажем только тогда, когда это необходимо, что значительно уменьшает вероятность потери их прозрачности. Приложили создатели новой станции для повышения комфорта при работе и отдыхе экипажа. Наличие салона со столом-сервантом, умывальной комнаты, душевой, холодильника в какой-то степени приближают условия космического полета к Земле. Много споров было вокруг вопроса о том, нужно ли иметь на станции малогабаритные каюты для космонавтов. Мнения как инженеров, так и космонавтов, летавших на станциях, по этому вопросу расходились. Тем не менее, на станции «Мир» было решено сделать две мини-каюты. Опыт предыдущих полетов. В салоне оборудована ремонтная мастерская. Инструмент сконструирован специально для работы в условиях невесомости. Новая станция оборудована значительно более энергоемкой аппаратурой, чем ее предшественница. На станции установлены две панели солнечных батарей площадью около 90 квадратных метров, то есть в полтора раза больше, чем на предыдущих станциях. Солнечные батареи имеют сложную систему продольного и поперечного раскрытия створок каждой панели.
чтобы дополнительно увеличить энергосъемность батарей, в качестве преобразователей солнечной энергии в электрическую используются элементы не на основе кремния, а на основе арсенида галлия, обладающие высокими энергетическими характеристиками. При создании этих батарей в НПО «Квант», с учетом опыта предыдущих полетов, были разработаны специальные средства защиты элемента. В процессе дооснащения станции модулями планируется увеличение площади солнечных батарей за счет установки их на некоторых модулях и монтажа дополнительных панелей на орбите. Система энергопитания новой станции обладает еще одной особенностью. Теперь питание стало стабилизированным. Изменение напряжения на шинах составляет всего плюс-минус 5 десятых вольта. Новая система обеспечивает более рациональное использование электроэнергии, позволяет увеличить ресурс в 3-4 раза. Для этого в полете проводится специальный режим профилактики аккумуляторных батарей. Весь комплекс работ, проводившихся на космодроме в период подготовки станции к полету, координировался оперативно-техническим руководством испытаний. Большую роль в четкой организации этих работ сыграл богатый многолетний опыт, приобретенный специалистами научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР в ходе запусков космических кораблей и станций. Новые задачи потребовали и нового подхода к организации связи со станцией «Мир». На ее борту установлена специальная система передачи информации с использованием спутников-ретрансляторов. При управлении станциями «Салют» мы уже привыкли к обязательным перерывам связи. На каждом витке перерывы бывают более часто, так как часть орбиты всегда не проходит над территорией Советского Союза, где в основном расположены пункты управления. Кроме того, каждые сутки связь прерывалась на несколько часов, так как некоторые витки вообще не проходят над нашей территорией. Использование корабельных пунктов управления не могло значительно улучшить это положение. Новая система на станции «Мир», названная ее создателями «Антарес», позволяет с помощью спутников-ретрансляторов практически в любое время связаться с экипажем, вести управление станцией. Спутники-ретрансляторы выведены на стационарную орбиту. Они неподвижны относительно поверхности Земли. В процессе полета станции системы радиосвязи поочередно используют спутники-ретрансляторы, переходя с одного из них, когда он начинает скрываться за горизонтом, на другой. Спутники-ретрансляторы «Альтаир» созданы в Красноярском научно-производственном объединении прикладной механики. Ажурные антенны принимают и передают радиосигналы
на расстоянии более 40 тысяч километров. Альтаир — это радиостанция. Одновременно она является и сложным космическим аппаратом, построенным системами электропитания, терморегулирования, ориентации, управления, телеизмерений, всем оборудованием, позволяющим ретранслятору в любое время быть готовым к организации связи со станцией. Грубое наведение остронаправленной антенны в точку расположения спутника ретранслятора выполняется с помощью бортового чувствительного комплекса. Затем радиопеленгатор берет на себя постоянную ориентацию зеркала антенны в режиме автосопровождения. Теперь практически в любое время мы можем услышать со станции доклады экипажа, как проходит полет, получать телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем и, что особенно важно, можем непосредственно получать результаты исследований с любой точки орбиты. И дело не только в том, что мы можем наблюдать экипаж на наших телевизионных экранах. По телевизионному каналу может быть передано любое изображение, интересующее в данный момент центр управления полетом. Канал связи двусторонний. С Земли на борт идут советы, указания и дополнительная информация для экипажа, цифровые массивы для бортовых управляющих машин и команды управления системами. В случае необходимости по телевизионному каналу могут передаваться схемы, чертежи и просто телевизионные программы во время отдыха экипажа. В процессе полета антенна может устанавливаться в трех положениях, необходимых для связи в каждый момент времени. Зеркало антенны постоянно отслеживает направление на спутник ретранслятора. Сначала по прогнозу системы управления, затем по сигналам грубого пеленга, и, наконец, в режиме точного автосопровождения. При создании остронаправленной антенны возникало много проблем. По уменьшению потерь в высокочастотном тракте передачи сигнала, по охлаждению мощной передающей аппаратуры, по созданию высокоточных приводов слежения. Волнением ждали все участники работ первый натурный эксперимент с системой связи через спутник Альтаир. Для этого станцию «Мир» вывезли из здания монтажно-испытательного корпуса. Агрегатный отсек с остронаправленной антенной был укрыт от декабрьского казахстанского мороза специальной кабиной, в которой работали испытатели. По командам вычислительного комплекса, антенна «Антарес» была направлена на горизонт, где неподвижно висел Альтаир. Был организован радиомост связи станции «Мир» на Земле, Альтаир на стационарной орбите, центр управления полетом под Москвой в Калининграде. Все виды информации передавались по радиомосту отлично. Это была большая победа. Успешные испытания нового вида связи через спутник-ретранслятор заметно вдохновили всех участников работ по подготовке к запуску станции «Мир».
На станции «Салют» аппаратура сближения «Игла», верой и правдой служившая космической технике в течение 20 лет, требовала разворота станции и постоянной ее ориентации стыковочным узлом на сближающийся с ней космический аппарат. Такая схема сближения для станции «Мир», когда в ее состав входит уже несколько модулей, стала невыгодной. В самом деле, чтобы разворачивать такой сложный комплекс с большими угловыми скоростями, которые требуются при сближении, нужны значительные запасы топлива. Более естественно, если станция будет неподвижной, а корабль маневренным. В новой системе курс, созданный в НИИ точного приборостроения, учтен опыт эксплуатации системы «Игла». Увеличена надежность за счет резервирования, точность взаимного измерения параметров, относительного движения, дальности, скорости, угловых скоростей. На последнем участке корабль приближается к станции на расстояние 100-200 метров и затем выполняет маневр облета, чтобы выйти в зону нужного стыковочного узла. Для проверки режимов стыковки кораблей и модулей со станцией «Мир» в НПО «Энергия» был создан специальный электромеханический стенд «Конус». Стенд позволяет гибко менять параметры стыкуемых аппаратов. Теперь не нужно специально изготавливать полноразмерные макеты станций, модулей, кораблей и подвешивать их на тросах для испытаний. Достаточно ввести в моделирующие блоки стенда их параметры. Достоинство отработки стыковки на стенде «Конус» — это возможность проверки процесса в широком диапазоне режимов причаливания и при различных конфигурациях станции. Это особенно важно для нового комплекса, который будет постоянно наращиваться. Более 9 месяцев длилась работа со станцией на космодроме. 9 месяцев непрерывного напряженного труда по жесткому графику. Заданный срок пуска нужно было выдерживать обязательно. Несмотря на всестороннюю отработку станции на многочисленных экспериментальных установках, на заключительном этапе на долю работников промышленности и космодрома выпала необходимость решения многих сложных вопросов. На этот раз для сокращения сроков окончательное оснащение и комплексные электрические испытания станции проводились не как обычно на заводе экспериментального машиностроения, а только на космодроме. Здесь же были проведены и некоторые эксперименты, которые могли дать надежный результат только при использовании реальной станции. Так, с помощью действующего манипулятора и макета части модуля удалось проверить сложную динамику переноса модулей с осевого узла на боковые. Окончательное взвешивание станции показало, что борьба проектантов и конструкторов за снижение ее массы до допустимого значения увенчалась успехом.
станция выдержала строгий экзамен. Пока на Земле. На заключительных этапах испытаний каждая проверка последняя. Поэтому требуется особая тщательность этих проверок. В них участвуют самые квалифицированные специалисты по всем направлениям работы. Когда до запланированной даты пуска станции остаются считанные сутки, каждое замечание, каждое сомнение всегда ставит под угрозу график своевременного завершения подготовки изделия. Теперь можно дать заключение о готовности станции. Особенно ответственен последний осмотр перед тем, как основная часть станции закрывается головным обтекателем. Надежно ли подключены электроразъемы? Закреплены ли петли кабелей, чтобы не помешать раскрытию механизмов? Сняты ли все технологические крышки и фиксаторы? Заключительные операции все же не проходят гладко. Вопросы, возникшие замечания, часто требуют принятия трудных и ответственных решений. Создатели станции надеются, что осуществление заложенных технических идей будет способствовать новым научным открытиям, росту престижа и могущества нашей Родины. Этот старт для разработчиков носителя был особенно напряженным. Специальные меры, принятые для повышения грузоподъемности ракеты УР-500, давали дополнительные основания для волнения. Февраля 1986 года. 0:28:23.
начался новый этап в истории космонавтики. В околоземном пространстве космический аппарат нового типа, постоянно действующая станция «Мир».